Финская компания Nokia Antares занимается производством зимних и летних шин с 1932 года. В большей степени свою популярность они снискали в производстве зимних шин, но в последнее время большую популярность набирают именно летние их модели. Линейка шин Nordmann относится к шинам среднего ценового сегмента, которые обладают отличным соотношением цены и качества. Модель Nordmann SX разработана специально для широкого спектра семейных автомобилей малого и среднего класса. Рисунок и конструктивные особенности модели заимствованы у давно зарекомендовавшей себя среди автолюбителей модели Nokian Hakka i3. Асимметричный рисунок протектора этой модели с различной внешней и внутренней частью позволяет добиться оптимального сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге. Помимо сцепных свойств, технологи компании Nokian огромное внимание уделили экологичности. Об этом свидетельствует наличие символа березового листа на боковине покрышки, который говорит о том, что шина Nordmann SX изготовлена без применения ядовитых и канцерогенных веществ с использованием низкоароматических масел. Прочный каркас этой модели имеет малый вес, благодаря этому шина расходует меньше топлива. Износ шины можно будет легко определить по наличию цифрового индикатора, находящегося в центральной части беговой дорожки протектора. Шина Nordmann SX станет отличным выбором для экономных автолюбителей, которые преимущественно передвигаются по городским улицам и загородным трассам. Шина Nordmann SX не раз участвовала в независимых тестах, при этом стабильно показывая высокие результаты среди шин своего ценового диапазона. Так, в тесте журнала «За рулем» модель Nordmann SX в типоразмере 175-70R13 была признана эталонной для тестируемого автомобиля Lada Largus. С незначительными замечаниями к плавности хода она показала лучшие тормозные характеристики, низкий расход топлива, стабильную и надежную управляемость при совершении резких маневрах на любом типе покрытия.